Работы по обновлению парка не проводились уже, по-моему, лет 50, даже больше. Это был, да, даже парком не считается у этого, у него есть какое-то особое название по-хорватски, я уже не помню, его редко употребляется. Ну и не аллея вроде как. И у нас есть знакомый, друг мужа, он говорит, здесь садили деревья, еще когда он был маленький, а ему уже за 50. Так вот, поскольку все заросло, я вот часто говорила, что здесь не ухожено, что здесь грязно, что наверху магнолии даже не могли расцвести, потому что им тупо не хватало света от деревьев. И вот эти деревья, у меня есть старые видео, год назад, полтора-два, по-моему, даже уже, когда посекли все деревья, и все нервничали, что это никогда не обрастет. Действительно, это процесс достаточно медленный. Тем более, когда резать очень, ну вот видите, да, спил делать на толстом дереве. Ну и как бы это все делали профессионально, обозначено и с, ну, скажем так, с планом на дальнейшее, на будущее. Единственное, вот этот план мне не ясен, надо сразу, конечно, это расчистить и готовить газоны. Но они это сделают 100%, потому что летом тоже есть видео, хорошо было ухожено. Так вот, люди нервничали, что не обрастет. И действительно, летом выглядело очень лысо и страшно, не было тени. Но потом мы посмотрели, видите, как классно сделали. Оставили вокруг деревьев маленькие вот эти кусты, которые были разросшиеся в кучу вместе с большими. И их уже подстригали и приводили в порядок. Ну, сейчас-то видите, как выглядит. Добардан. Когда это все покосят, когда приведут в порядок, засадят тюльпаны, цветы, в общем, будет все это нормально. Тут, конечно, как всегда, вывалили, ничем не оградили. Но это вот буквально, наверное, проводилось сейчас, на Рождество, блин, как всегда, тоже найдут момент на праздники расколупать город. Ну, вообще хорошо, конечно, хорошо, что занялись этим, что делают. Вот эти тропинки было бы неплохо посыпать каким-нибудь мелким камнем. По-моему, так оно когда-то и было, потому что это потом, если не засыпать, это грязь, это мусор. После сильных дождей идешь и вязнешь. Видите, вот. В принципе, восстановили то, что было, только из нового камня, с новым бетоном. Знаете, что интересно? Все-таки раньше делали лучше намного, потому что сейчас оно вроде чисто и аккуратно. Но раньше камень оббивали и складывали как с меньшими этими затирками и искусственными добавками. И оно это долго выдерживало. А здесь, видите, какой по 10 сантиметров бетона, который потом вымоется, потрескается, и опять будет все как это, кривые зубы висеть. Ну ладно, хоть так. Посмотрим. В общем, много будет изменений вообще по городу, к весне и к сезону. Единственное, что особо сюда летом-то я не захожу в Церквеницу.